Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бусуновский. Итак, как я говорил, будет курс по Джанго 2, который вот уже начинается в августе 2019 года. Его цель, еще раз повторю, потому что я его не планировал. Когда я начал переписывать вот этот сайт, да, на более удобный, да, и вкладывать новую систему обучения, я понял, что во многом я начинаю где-то опираться только на себя. А это неправильно. Я решил, что надо сделать курс посложнее. Не посложнее, ребят. Я сделаю курс простой, чтобы будут понимать все. Но копнуть Джанго поглубже. В принципе, вот здесь я набросал сейчас, пока будете воспринимать на слух. Ну, а новички можете сказать, ах, научитесь действительно много. Даже если многое не будет понятно. В принципе, все довольно просто. Мы сейчас не на книги будем опираться, потому что в книгах все только для новичков. Оно не имеет смысла для дальнейшего обучения. На сайте Джанго не все всегда понятно. Но тем не менее я пробежался по тематикам, да, и подумал, вот мы хотим воспитать, сейчас я покажу цель, то есть, если мы хотим воспитать востребованного программиста, да, то есть, какими качествами он должен обладать. То есть, быть профессионалом, правильно? Профессионал, в нашем понимании с вами будет человек, который хорошо владеет языком, важно, сейчас скажу, знает, где что найти, справку, да, владеет методиками и способен, это я не так давно начал выделять, написать серверную часть. То есть, давайте отойдем от Джанго, как только, допустим, грубо говоря, писать сайты. Нет, но вот возьмите Инстаграм, ведь Инстаграм знают все, там серверная часть написана на Джанго. Джанго – это очень крутая вещь на все случаи жизни. Это первое, да? То есть, по сути дела, мы идем к тому, чтобы каждый тот, кто проходит курс, мог рассчитывать, что он будет воспитывать себя востребованного программиста. Я переметаю конец еще. Вы знаете, и немаловажная вещь – это выявление слабых мест в Python, да, и обязательное указание, на что обратить внимание. Чтобы все это сработало, по сути дела, надо брать и писать код. Для новичков очень много информации. Конечно, курсы я рекомендую пройти обязательно. Ну, понятно, что Python с нуля однозначно, ну и вот эти уроки, пока на старом сайте, тут уроков 60, то есть написать первый сайт. Плюс, этот курс идет как продолжение, как продолжение курса, который когда-то был начат ранее, да? Сейчас я... В 2018 году. То есть здесь среда разработки, знакомство с Юпитером, знакомство с Git, знакомство с Markdown. То есть все вот эти подготовительные вещи, конечно, надо проделать. Да? То есть мы уже здесь знакомились с моделями более подробно, да, то есть чтобы было понимание. И дальше мы с вами перешли к серверу. То есть понятно, что мы продолжим сервер, то есть сервер мы с вами настроили первую конфигурацию, и теперь будем более осознанно писать сайт. Значит,
Я себе набросал, да, ориентиры, ну, что, по моему мнению, должен, чем должен не знать. Ребята, тут мы отделяем себя, а хорошо владеть, да, разобраться, хорошо владеть следующими элементами. В принципе, я и, скорее всего, буду дописывать, потому что по ходу курса вот будем смотреть. Поэтому я не обещаю, вот курс будет вот так вот, как по маслу. Нет, ребята, мы будем делать, стараться на что уделять внимание? На разработку приложений, то есть именно разработку, да, и в процессе уже изучения. Поэтому могут выплывать совершенно разные вещи по ходу, и мы их будем сюда добавлять. Пока же я решил акцентировать внимание сейчас я на следующих вещах. Так, наша цель остается воспитание всего востребованного программиста, да? Нам надо будет уделить особое внимание этой командной строке. Как я говорил, что командная строка, которая и консоль, которая в Django, в ней написал и все забылось, а мы будем использовать, скорее всего, Jupyter. Это командная строка, где можно все сохранять. Теперь давайте вот что подумаем. Ну, как я говорил, скорее всего, за основу мы возьмем какую-то SMS, да? Ну, я выбрал пока то, что ребята написали. Программисты для программистов. Возьмем мы Fluent, чтобы нам было интересно сразу. Чем она хороша, мы ее всю использовать не будем. Будем отсюда брать какие-то, вот возьмем два элемента, скорее всего, Django Fluent Page, Django Fluent Content. Да, по сути дела, если брать сайт, любая работа это создание какого-то. Мы в любом случае создаем нечто подобие SMS, чтобы сайт мог реализовать какую-то идею. Да? И вам будет намного интереснее, когда мы будем использовать то, что ребята-программисты написали для программистов. То, что ребята-программисты написали для программистов. То есть у нас уже будут определенные разные типы контента. Ну, сейчас я покажу. Просто это будет интересно, я думаю, да? Надо с чего-то начать, чтобы сразу было интересно. Так. Ничего я хотел сделать. Так. Я не помню, где это оно. Не то. Не то. Это немножко не то. Так, секунду, а где же я это делал? Тренировался пока. Так. Или я это в другом делал? В общем, грубо говоря, смысл такой. Покажу на любом. Ну уж на этом точно не получится показать. Мы с вами сможем выбирать много видов контента. Да, вот сейчас в данном случае редактор, потом будет, можно будет выбрать, допустим, Markdown, можно выбрать вставить документ и так далее, и так далее. То есть вот такие вещи, да.
нам будет интересно. Но вместе с тем мы расслабляться не будем. По сути дела, основная все-таки задача это наша вот что сделать. Так, позакрывать. Основная наша с вами задача вот что сделать. Значит, смотрите, что мы будем делать? Во-первых, что касается моделей. Нам надо вести в практику, то есть использование мультипрокси абстрактных моделей. Ну, в курсе Django 2 мы разбирали, но теперь более практически. То есть, по сути дела, на их основе. Что надо твердо понимать, что происходит с таблицами. В некоторых случаях, потому что таблица создается, в некоторых не создается. В некоторых создается основная таблица, как в абстрактных, да, и так далее. Но вот это сделать на практике. Понятно, что глубокое внимание пора уделить это отношениям. Один к одному, многие к одному, многие ко многим. Да, то есть... сделать, ну, получится так, вот я так сидел, поприкидывал, да, что зацепим мы вместе с этим типы полей, метаопции, в принципе, знакомы. Уделим особое внимание выборке керюсет, да, с разных вещей. Особенно надо, в принципе, обратить особое внимание выборке, когда вот идут такие вот комбинации. Далее, начнем использовать все-таки типы контента. Это я для себя добавил, чтобы просто не забыть. Коснемся агрегации, более сложных вещей, сигналов, кэша, создания менеджеров, тестирования, ну и работы с юзерами, с пользователями. Потому что, в принципе, все приложения делаются в основном сейчас так, что... Так что пользователь какой-то делает запись, пользователь делает что-то, в принципе, чтобы работать от пользователя. Попробуем вот так сделать. Далее, что касается представлений. Ну, понятно, URL.conf там сложности не вызовет. Наверное, хорошее внимание надо уделить двум вещам. Я думаю, класс база view, то есть написание представления в виде классов, усовершенствовать просто обычные представления, еще раз рассмотреть, может быть, забытые, часто используемые вещи, да, напомнить методы вообще рекомендуемых, то, что рекомендует Django. В общем-то, вот эти вот вещи, я просто взял, скопировал с сайта Django, да, и вот выборочно, да, где-то что-то будет, где-то что-то нет, но то, что важно, да, где-то затронем декораторы. Ну, по сути дела, все будет делиться на два вида. Это обычное написание представлений и на классах, да. На классах. Тут, когда мы с классами займемся, у нас сразу вылазят такие вещи, как миксины. В принципе, очень удобные. Поэтому здесь мы рассмотрим вообще, какой принцип написания на классах вообще в Django, да? Почему это удобно. Вот если коротко, то... В принципе, удобство большое. Ну, во-первых, мало кода. Во-вторых, вот я в голове держал, а не пометил. Сейчас я помечу себе это. Так. Я не понял, я что, закрыл? Это сюда, потому что вот эта библиотека Django Brax, или как правильно читается, совершенно не важно, важно, что она делает.
значит, она содержит миксины. Все эти миксины есть уже еще с версии 1.9 в Django. Вот, я хотел сказать, почему это удобно. Ну вот, смотрите. Так, теперь не то открыл. Ну вот, смотрите, чем удобно программирование на классах. Ну, например, мы пишем некий класс курса ListView, которого одна цель, то есть за 5 строчек каких-то выбрать пользователя. Если мы возьмем, допустим, сейчас модель, да, модель, а где я был? Вот тут, наверное. Это очень просто. Вот берем, например, модель курсы, да. Ну вот курсы, да, смотрим поля owner, ну то есть пользователь, идет выборка foreign key, user, latent name, да, есть каскады. Ну и там бла-бла-бла пошло, там субъект, title, слуг, да. Дальше. И дальше поля пошли там текстового редактора, времени, студенты, вот money to money, да, допустим, многие ко многим. Дальше о. О-о-о, вот сразу и вспомним. Сразу и вспомнил, ребята, сразу помечаем. Вот сидел, думал. Наши ребята часто пишут. Так, это мы отнесем views, related name. Да, но я же говорю, все это выплывает. Так, вот все, пометили. Все выплывает, видите? Ну, грубо говоря, у нас есть модель. Смотрите, чем вообще круто писать на классах. Ну, смотрите, мы выдумали некое там название класс. Пишем, цель этого класса, грубо говоря, выбрать конкретного пользователя. Мы смотрим, все очень просто на классах, да, указание модели, модель, мы как сказали, курсы, то есть указали, Django уже сама ее увидит, указание конкретно, где находится шаблон, то есть, по сути дела, там в темплейтс или там, где поместите. И дальше идет обычная выборка, по сути дела, на которую мы тоже обратим внимание. Потому что вижу, плавают ребята. Их выборка, да? Обычная выборка. И, опять же, ребята часто пишут, да, что да, выборку вроде понимаем, а применять не так уж и можем. Ну вот давайте будем придумывать с вами задачи. Обычно идет выборка, грубо говоря, с базы данных, чего там надо выбрать. Так вот, все, не дохожу. Вот мы написали короткий класс, да, owner self recuse user, то есть выбирать owner, создаем пространство и при запросе выбираем пользователя. Грубо говоря, тот, кто кликает на страницу, тот и выберется. Да? Это когда мы хотим там писать любые социальные функции, все это вот понадобится. Теперь смотрите, менеджер курса ListView. И Python, да, он имеет множественное наследование. И мы просто, грубо говоря, берем и что делаем? Сейчас посмотрим. Секундочку, где я уже не помню. Секунду, ребята, сейчас я соображу, что я хочу сказать. Да, немножко я не туда посмотрел, да. Возьмем второй класс, owner mixin, да, то есть, грубо говоря, что такое mixin? Мы вносим некие действия в класс, хотим, чтобы класс, не изменяя кода, делал некие другие действия. Так вот, если мы посмотрим, то это практически то же самое, но здесь идет
Овнер, да, Керсет, выборка, и выбирается по пользователю. Теперь мы этот миксер, да, то есть мы выбрали пользователя. Грубо говоря, кто сейчас кликает на странице, это и есть наш пользователь, кто зашел, да. Потом мы тупо пишем какой-то там класс. Овнер, курсы, миксим, да. Ну, грубо говоря, это... сейчас. Когда мы пишем доступ определенному пользователю, то мы, смотрите, мы просто вставили овнер миксин, и уже, чтобы мы не писали вот, это, вот этот вот код, да, он будет делать и то, что мы описали ранее, то есть выбирать по пользователю, нам уже не надо заботиться. Если мы добавляем сюда, как у нас есть множественное наследование, логин регулятор миксин, да, это тоже есть сейчас Django. То есть, грубо говоря, пользователь не может посмотреть страницу, если не авторизуется. Вот в этом и есть все удобство классов. То есть, по сути дела, мы разделяем нашу работу с классами на три группы разделим. Первая группа – это, в принципе, написание на том, что есть готово. Ну, в этом я имею в виду, что есть готовое, это, грубо говоря, оформление представления, оформление классов. Вот, например, там, ну, оформление классов в URL и использование стандартных вещей. Это, по-моему, я не сюда зашел. Стандартных вещей, сейчас я посмотрю, каких. Ну вот, стандартных views generic базы, темплаты, респонзы, view, то есть стандартных вещей, да. Это первое, да, надо разобраться, что стандарты, там вывод страницы, вывод лист, то есть вывод всех записей, то, что заготовлено. Вторая вещь, которую мы с вами затронем, это логика, то есть нам, ну, есть какие-то базовые вещи, и вот тут мы приступаем к разработке, начинаем писать нечто свое, то есть логику. Ну, в данном случае эта логика практически... меняться, наверное, не будет от приложения к приложению. Например, там выборка по пользователю, или выборка там по книгам, или выборка по всему, да, это уже не важно. Важно, что мы дописываем свою логику, и дальше, в принципе, идут два еще варианта. Логика у нас идет в отношении всего, и первая веточка у нас идет, это использование миксинов, то есть... в как множество наследования, мы можем дописывать свои миксины, мы можем использовать миксины Django, мы можем использовать миксины других людей, это не важно. Но самое главное, что по сути дела удобно, кода мало, ну и остальное, третья часть пошла там, то, что мы смотрели, URLs. Вот, в принципе, и вся мудрость вот написания на классах. Коротко, скорее всего, удобно, где-то есть моменты не очень удобно, но, тем не менее, много хорошего. Вот точно. Вот пока вам рассказывал, уже и вспомнил. Сейчас мне надо кое-что добавить. Куда, а куда надо, туда и надо. Вот жена злится, когда я так говорю. А нет, ребята, вам я скажу. Нам надо добавить... такую вещь, как выборку. Сейчас я ее найду. Ну, во-первых, здесь мы пометим себе. Вот видите, сразу еще всплыло, что надо дать. Моделях. Моделях это методы. В чем сила, брат? Помните? Сила в методах модели, то есть все, что мы видим, да, какие-то вещи, чтобы мы могли дописывать в модели какие-то методы. И
Конечно же, не вижу, чего я хотел сказать. Но сейчас остановлю. Так, ну для себя я понял, а там в курсах скажу. Методы, модели, и здесь. Выборка модели, что показать. Выборка в модели, что показать. Так, ну то есть довольно много вещей. В принципе, типы контента, что мы там посмотрим. Да, вот это, видите, в классах удобно. Обновление, удаление, создание, это все вещи, они делаются практически на автомате. Нам единственное, что надо импортировать. Так, ладно, пойдем дальше. Я же говорю, всплывет все по ходу, очень много всего всплывет. На самом деле, я же говорю, что... Ладно, поехали дальше. Нам мы сейчас. Я же вам говорю, что будем дополнять по ходу, но наша цель, ребята, вот заостряю внимание, это не там научиться, да, а уметь владеть и понимать, и знать толково, то есть как все эти вещи делать и представлять хорошо очень, да, чтобы потом уже добавлять, и уже можно писать любые сложные вещи. Так, ну это я для себя пометил, чтобы не забыть. По представлениям только что говорили, да, говорили. По шаблонам, рассмотрим, как я говорил раньше, Bootstrap 4, получится длинноватый, конечно, курс, но, опять же, есть что здесь сказать и показать мне уже спустя столько лет. Вот этот сайт я делал, ну, будем говорить так, неправильно, но тогда и не было понимания, как правильно. Здесь был один шаблон, и получается... Сайт получается как бы кастомный, и тяжело нечто что там переделывать. С годами я пришел к выводу, что все вещи, вот меню, вот эта часть, внутри этой части, это все разделено. То есть правильная компоновка бутстрапа и шаблонов Django. По сути дела, вот это надо будет учесть. В курсе это я поэтому и записал. То есть все вещи у меня разделены, и у вас будут разделены. Для чего это нужно? Любая вещь впоследствии вы сможете редактировать в любое время, не поломаете весь сайт. И, грубо говоря, для того, чтобы продолжить работу над сайтом в любое время и продолжить развивать его, да? Потому что я вот сделал это кастомно, а сейчас, когда на сайте информации дофига, а надо переписывать, бля, ну, по-другому не могу не ругаться, извините, ну, кругом голова идет, как все переделать. Поэтому, да, с опытом, конечно, оно приходит. И я бы хотел, чтобы вот этот опыт вы взяли сейчас как первые шаги, да, то есть... Вот это разделение, чтобы у вас голова потом не болела, да, после нескольких лет потом подумали, есть твой раз, ну, бля, то есть, ну, наделал, надо теперь переделывать. Вот поэтому, чтобы потом не переделывать, а в любой момент модернизировать или переделать какой-то кусочек кода без нанесения вреда всему сайту, да, это важная вещь, и это классно. То есть здесь мы обращаем внимание на... работу с шаблонами в купе с Bootstrap 4. Ну, конечно же, мы посмотрим все, что касается там шаблонов, будем использовать
теги шаблонов и так далее, и так далее. По формам. По формам, в принципе, на две вещи, исходя из того, что вот на сайте Django, да, но я знаю, что надо две вещи знать. Нам несколько, да, поработать с API, обычные формы и формсет. В принципе, две вещи рассмотреть. Формсет – это множество форм, форм на одной странице, ну и обычные формы. По сути дела, здесь не все так сложно, но надо проработать. И как проработать, я уже четко понимаю, потому что когда давал занятия, я вижу, что у ребят получается, когда, в принципе, они понимают, чего они пишут. То есть, по сути дела, мы опять повторим, из чего состоит код для форум, что к чему обозначает, чтобы вы потом могли самостоятельно поработать с API и так далее, да. С форумами более-менее понятно. С админкой. Основные поля. Полностью рассматривать админку не имеет смысла, я не вижу, потому что много очень админок написано, лучше взять готовую, но что показывать конкретно нам, ну, иными словами, если так тупо, да, сказать. А я только сейчас не помню, какие там я пароли ставил себе, запутался. Так. Ну, просто хочу кое-что сейчас, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Грубо говоря, больше поработать на тему тут нифига нету. Так, а тут сохраненных записей нету? Так, ну это вы готовились, и я к уроку, чего ничего нету. Ну, грубо говоря, вот поработаем над тем, что, в принципе, нам показывать. Все остальное, там уже мелочи, да. Какую выборку, что, к чему показывать, как что выводить, я думаю, этого достаточно. Дальше, кто хочет пойти сам, так пойдет и так. Так, хотелось бы, конечно же, все, я, честно слово, не могу никак добраться, но надеюсь, что сейчас доберусь до API. Дальше. Поработаем с JSON. Я это использовал специально, когда-то использовал на этом сайте, когда писал выборку людей, комментарии как ВКонтакте. То есть давайте попробуем все-таки это все дело как-то более расширить. То есть кто-то для себя возьмет направление, там целое направление, ребят, большое, что вам плохо станет, Аякс, но в принципе вы знаете, что, наверное, я неправильно выразился, не надо так пугаться. У Django есть достаточно хороших уже реализованных механизмов для работы с JSON, с GC Аякс, то есть эти механизмы, есть эти функции. Не знаю, найду сейчас или нет. Если этот сайт сейчас есть. У меня здесь они на диске. Так, приостановлю. Так, что я хотел вам показать? Что я хотел? Да, вот тут мы цепляем Redis. А мы делали по нем в Django 18 я показывал, как ставить. Один, то есть Django 18.04. Стоп, стоп. Давайте сюда. Не то. Redis. Часто используемая вещь. Ага.
Да, то, что я хотел, вот. То есть у Django есть такие вещи, допустим, JSON-респонза, то есть те вещи, которые будут работать с Ajax, так как там идет передача при помощи JSON, то есть совершенно готовые хорошие вещи. Сейчас посмотрим, чего я хотел там себе напомнить. Ладно, я вот это, наверное, и хотел найти. Пойдем дальше. Так, ну и будем по ходу работать с библиотеками. Вы знаете, просто сейчас вписал несколько, но их намного больше. Будем дописывать по ходу, как будем делать. Там еще и тумбайл, там много чего будет. Много чего будет. То есть те вещи, которые в принципе нужны, чтобы не терять время в каждом. Ну и в конце, что хотелось бы сказать. Конечно же, я это вначале говорил, но еще раз повторюсь. Выявление слабых мест, раз, и указание, на что обратить внимание именно в Python, потому что многие вещи здесь будут касаться именно Python. В принципе, ребят, вот это где-то, наверное, будет сердце курса, но более глубокое. Еще раз говорю, что сейчас будет стоять вопрос не о том, чтобы знать хоть как-то, а действительно разобраться глубоко, владеть вопросом, да? То есть будем готовиться уже к более серьезным вещам. Ну, вот так. Так, те, кто приходит в школу или начали с этого видео, будет ссылка, обратите внимание, ВКонтакте, новости школы, можно почитать. И второе, начинаем с сайта spb-tut.ru. С этого сайта школы. И дальше, как я говорил, вторым языком начинаем Kotlin. Обязательно. Дам пару ссылок. Зачем? Чтобы сейчас не терять время. Будете понимать, зачем, да? Второй язык. Тогда будете писать на любых. Все, ребят. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие. Все получится. И не надо пугаться, сделаем так, что, в принципе, разберемся и будете писать еще круче. Ой, что-то я еще забыл. А забыл вот что. Да, ребята, забыл. Я там, наверное, написал. Уже проводил уроки. Вы знаете, все пишут по-разному, это действительно так. Я как изучаю, смотрю ребят, которые смс-ки пишут, все пишут по-разному. Но есть определенные принципы, на которые я уже начал обращать внимание. Ну, это такие простые вещи, как обязательно создание директорий, особенно в темплейтс и других, чтобы при любых обстоятельствах, как бы вас ни поворачивала жизнь, и у вас не были одинаковые файлы, никогда ничего не столкнулось. То есть вот такие принципы. Ну и создание приложения. Вот я потом покажу. Показать фриенд, вот как там ребята делают, да. Но я все равно немножко по-другому делаю. У меня привычка более классической вещи. Я не очень любитель изменять стандартную архитектуру Django, потому что я знаю себя. Тогда я буду сидеть через полгода, когда не буду заходить на сайт, потом сидеть и чесать голову и вспоминать, а что же я там сделал, если не напишу справку. Поэтому я более классической вещи, чтобы глянул, я четко знаю, что у меня там, там и там. Ну, на эти вещи тоже обратим внимание.
В общем, все.